Ну, сложная игра. Так, первый период у нас совсем не задался, а потом пришли в себя, более-менее играли. Лично по себе, конечно, тяжело. Первая полноценная игра летом. Спасибо партнерам, что подстраховали, помогли. Ну, так, не самый лучший хоккей, я думаю, в нашем исполнении. У вас было небольшое повреждение, сейчас все хорошо, себя отлично чувствуете? Ну да, прихожу в себя. Все хорошо. Как атмосфера на Уфа арене, как ощущения? Очень здорово, все понравилось. Болельщики помогают, все отлично. Это еще не полные трибуны, надеюсь, в скором времени заполнится. Нефтехимик сегодня чем-то удивил? Ну, здорово бежали ребята, забрасывали шайбу так, играли в такой агрессивный хоккей. Но мы все равно должны больше своей игре уделять внимание, я считаю.